там дети ничего не знают, что такое, но единственный минус это обращение со взрослыми. Там в кафе погодная героиня, у меня был драк. Там в каких-то сериях. Ах, какой ты папа. Fuck!
it's okay. Well now, your swordplay, I must say, is extremely impressive. Why, thank you. From the old school. Валечка, не пускай, не пускай. Да, вот этот вот. Сейчас пустит, козел, а. Ладно, Валя, пипикай, пипикай. Пипикай. Не пускай. Ну чё, блядь, какого пипикай? Ну чё ты, блядь, ну, какой ты их пускаешь, блядь? Зачем ты их пускаешь? Давай, блядь! Доезжай, ты чё, блядь? Объезжай, объезжай. Дебил, блядь. Дебил, какая разница. Всех пропусти просто. Вот дебил, слушай, дебил, что ли? Дебил, реальный идиот, блин. Он поехал по этой обочине. Не пускай. Да, я ему не пускаю, я просто еду, правильно, все, правильно, я просто... Правильно, сынок, я правильно. Я его не пускаю. Не пускай, не пускай его, не пускай. Просто буду ехать. Ну, если он не хочет здесь, пофиг, пусть проезжает. Я его не буду пускать. Не пускай его, не пускай. Смотри, смотри, хочет? Он... Валя, останови-ка, блядь. Все, выходим. Морду Валя, открой мне, Валя! Морду да, не да, да, я открыла. Не вздумайте морду! Валя! Блин! Не пускай!